Ведь Ильевский одержал победу в Риме. Мы победили. Это хороший исход. Исход, залитый кровью. Он по трупам дошел до папской курии. У тебя не было выбора, кроме как поддержать его. У человека всегда есть выбор. Если он хочет проиграть. Это точно не про тебя. Отец говорил, иногда приходится идти на нечто неблаговидное ради достижения великой цели. Альбица был прав, когда сказал, что я хуже, чем отец. Поэтому Бог наказывает меня. Поэтому забрал моего брата. Этот внебрачный ребенок – еще одно проклятие. Лоренцо погиб, защищая нашу семью. А принести в этот мир новую жизнь – вовсе не проклятие. Я помню свои слова. Но, может быть, этот ребенок – новый шанс для нас обоих? Что ты хочешь сказать? Ты воспитаешь этого ребенка как своего. Мы оба. Так поступил бы Лоренцо, если бы знал о ребенке Розы. Я не понимаю. Я не прощаю тебе твои грехи, Козимо. Мне это не дано. Я сама не без греха. Но пока мы живы, есть шанс, что мы сможем их искупить. Не знаю, смогу ли я, Контессина. Я помогу тебе.